Пожалуй, продолжим. Я прилетел, смотрю, тут в чате уже есть требования 820 и тем левела, блин. Охренеть. Танк мифик 820. Пятый уровень шмота. Не, понятное дело, что это я туплю и очень долго раскачиваюсь. И что нормальные люди уже вкачали 110 уровня еще в первый день старта, наверное, легиона, правильно? Я, конечно, не спешил, согласен, я ездил там к друзьям, гулял, пропускал несколько дней. Так, нам, значит, здесь нужно по заданию охота за силовыми линиями. Энергия. Какую-то энергию использовать. Энергию чего? Это какая-то река. Ну ладно. По дороге еще будут места, где можно будет собрать эту энергию. Возвращаюсь я в тот момент, где я остановился. Тут нужно убить иссохших, ну и еще взять еще один квестик, чтобы, в общем-то, помочь несчастным. Ух ты, лиса десята, целая стая у них сидят. Куда-то она, интересно, бежит, эта лисица. Ага. Вот, нужно помочь, короче, вот этим вот трупикам дракончиков. Только, по идее, это трупики должны быть. Наверное, конкретно это, наверное, трупики. Но вообще, я должен там помочь этим. Ух ты. Тут маг 100 уровня. Помочь обезманенным, да? Так. Надо побегать с этим магом. Почему? Потому что вдвоем будет немножко легче фармить их. А маги психи, наверное. Мощные. Вон, фарми мобов. Мах. Где он делся? Мах, о. Беда. Ладно, другого формата. Давай, маг, пока я танчу. Лети, дракончик, лети. Драгоса. Стелла Гос. Убить кого-то очень крутого и забрать у него аксессуар. Да, аксессуар. Да, зараза. Тупые ограничения, блин, ладно. Что-то маг тупит на самом деле, поэтому, наверное, не буду я с ним бегать. Достаточно быстро их ищет и убивает. Ну, или буду.
Так, где-то здесь, я так понял, есть растение. Да, вот оно, растение. Более того, мне надо поактивнее собирать растения для прокачки профессии и, грубо говоря, для создания уже нормальных баночек прокачки алхимии. Меня увидел. Блин, какая-то произошел какой-то бах. Фих его. Еще он отреспанился пару раз. Последний дракончик. И вот эта вот зараза. Блин. Я не заметил по поводу хилок, я же хотел поэкспериментировать с хилками. Нет, к сожалению, вот эта хилка не действует, только это. То есть, в принципе, абсолютно бессмысленно то, что я взял этот исцеление. Что-то выпало, возможно, что-то вкусное. Да нет, не особо. Во-первых, кольчуга, во-вторых, не особо вкусное. У меня нет цели. По 70 косарей я хилюсь. Это, можно сказать, по 10% примерно, потому что мне 700, ну, даже чуть меньше, чем 10%. Слабовастенько. С другой стороны, на меня действует аура, из-за которой, в принципе, я взял себе, да, это дар Азилы, которая, в принципе, меня хилит. По 3%, да? Блин, опять мне дали 15 тысяч опыта. Обидно до ужаса. О! Немножко раненый персонажик. Вытягивание энергии. Ты смотри, я ему каз сбил, короче, чтобы он не вытягивал с меня энергию. Что такое мах? ХП закончилось, да? Бывает. Умахал. Не понял, у меня вообще зачислялось только что или нет? По-моему, зачислилось, да? Есть, короче, варианты тут интересные. Я смотрел в талантах. Допустим, у меня есть вариант, что после того, как я хильну, Сейчас, где-то я находил. Вот, целительное прикосновение, короче, добавляет мне, увеличивает урон следующих двух способностей ближнего боя на 40%. Либо, конечно, знамение ясности действует 3 раза. Мне кажется, знамение ясности лучше. Но опять же таки, целительное прикосновение я юзаю постоянно буквально, и урон повышается. С другой стороны, знамение ясности очень сильно мне облегчает
Вообще, вот у меня получается очень много ударов. На самом деле. Я прям постоянно бью ударами. Потому что очень часто срабатывает это знамение ясности. И три раза бью. Ну, блин, мне кажется, так лучше. Вот. И что еще я планировал? Значит, у меня, в общем-то, много уже устаревших макросов. Целая пачка. Что это за гнев деревья? Отменить. Блин, удалить это фигню. Буст. Ну, буст рабочий вроде бы. Удалить. И я планирую создать новый. Он у меня будет, в принципе, все завершалки будут меня хилить. Надо два штуки тогда создать мне получается, чтобы завершалка меня, вот допустим, свирепый укус, вернее разорвать. Мы берем, короче, название разорвать. Окей. И сюда уже добавим, во-первых, разорвать, во-вторых, исцеление, но не так немножко. Надо полистать талантики. Как сделать? О, я кого-то уже хильнул, пока бегал. Ладно, пока что побегу дальше. Боюсь, время моего дедушки на исходе. А ты что здесь спишь, не пойму. А, не, в принципе, можно и спросить. Я ничего не смогла сделать. Силы у меня давно уже не те, что были раньше. Одной из... Прихватила с собой нескольких дракончиков. Я слышал, что ла-ла-ла. Короче, дом... Со мной все будет в порядке, дом недалеко. Короче, она летела-летела и упала. Я отвыкла от гостей. К нам теперь редко кто заглядывает. Я переоценила свои силы. Все драконы, не исключая аспектов, значительно ослабли после падения Смертокрыла. Понятно. Интересно, можно ли теперь просто вот как вот раньше? Наверное, так нельзя. Сохранить. Нет, так нельзя. Там как-то по-другому пишется. Придется, наверное, гуглить. Допустим, Ферал. Ну, либо просто регион. Чё тупит интернет у меня. Скиньте хоть один макрос нормальный, блин. Сет. Каст, каст, каст.
Ну так же она не будет работать. Хотя через... А, тут точка запятая. Может, через точку запятой? Точка запятая у нас здесь. Нифига. Ладно. Разберусь чуть позже. Надо кого-то формануть. Так, это вражеский савун, да? Нет, не вражеский, свой савун. К сожалению, ладно. Очень жаль. Который, скорее всего, не работает, понятное дело. Да, он даже не бьет. Нет, он ударил. Странно. Даже ударил. А если так? Слишком далеко. А он тут исполняет. Нет, к сожалению, даже через альт почему-то. Зайца. Так, ладно. Еще раз почитаю. Там должно быть как-то, ну. Вот эта тут надпись мы должна быть. Не знаю, как она переводится на русский. Сейчас проверю еще раз. Наверное, не на этих. На боссе проверю, какая разница. Блин, уже оружие савун убивает. Таким можно сделать очень больно. Что там, савун? Больно? Вот, и хильнулся, да. Я вырву твое тело! Сломаю твои кости и высосу из них ману! Я сдаюсь. Прошу, прости меня. Я искренне раскаиваюсь. От чистой энергии. Сознание как в тумане. Надеюсь, тебя не смутят мой потрепанный вид и вольность поведения. Я вовсе не монстр. Гляди, сейчас ты убедишься, что я не просто жалкий, одурманенный маноед вроде этих. А, он теперь за мной идет. Офигеть, у меня есть собственный Рунас постыдный маноед. Давай, маноед, гоу. Так, трава. Подожди, маноед, я траву возьму. Еще трава? Нифига, блин.
да. Это моноед. Дай мне, сын Индарила. Я не доверяю таким, как ты. Искренне рад нашему знакомству. Понимаю, друг дракон. О моих сородичах идет дурная слава. Но я все исправлю. Да? Ладно. Он мне говорит, держись с него подальше. Эти падшие эльфы все одинаковые, отвратительные двуличные создания. А он говорит, нет, клянусь, я не такой. Вот, теперь у меня есть нормальная тринка на замену моей вот этой 685-й. На криты. Вот она на интеллект, но ничего, зато на криты. Ночнорожденные не те, кем кажутся. Поступки, за которые ты хотел меня убить. Короче, кто-то выкачивает ману, можно все исправить. И это... Скажи мне, если найдешь новые источники маны. И это поможет даже тому самому дракону. Ладно, показывай. Надеюсь, дорогу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Чудесно! Ну, Заркинар! Повидаюсь там с друзьями, родными и прочими близкими. Сдам их тебе в отместку за твоего дракона. Горстка жалких любителей маны. Хорошо, что у меня железная воля. А да. Ой, кристаллик маны, минутку. Железная воля. Мне нравится этот персонаж. Ты с какой целью в Асуне, дружище? Просто так или... Ты когда-нибудь молчишь? Прости, друг дракон. А вот мы на месте. Мне он больше нравится, чем этот тупой дракон. Так, ну и задачка новенькая, отлично. Прямо из земли. Теперь понятно, почему даже трупы и маны не в состоянии утопить мою боль. А, пруды маны, да? Ла-ла-ла, ну короче, тут что-то связанное с маной. Мне посрать, короче, если честно. А, ну и у этого поезд возьму. Я займу место, что принадлежит мне по праву. А он, короче, какой-нибудь наркоман, его сипает, чухается. Ну, явные приметы наркоманов. Вот. Да, у него ломка. Судя по тому, что он говорит. Но все равно просят какие-то самоцветы маны. Так. Получим либо то, что это такое вообще? 60 золота стоит. Не знаю, для чего это нужно, но я выберу игрушку. Мы с тобой неплохо сработались. Да чтоб вы долго жили, мудаки, блин, со своими ограничениями по квестам. Ладно. Хоть что-нибудь сделаем. А, убить двух боссов. Здесь, кстати, можно будет еще выполнить другой квестик. Тут все он наркоманы стоят, они, короче, даже меня не трогают, по сути дела. К сожалению. Ты что, хочешь украсть мою ману? Получай! Что нравится? А кто это говорил?
И я смотрю, многие из них как бы не очень хорошие. Ну, грубо говоря, макрос работает. Значит, я в принципе сейчас зайду в стелс, сделаю еще один такой же макрос. Только назову его в этот раз свирепый укус. Свирепый укус. Окей. И, в общем-то, напишу в нем то же самое, как и здесь, только другие немножко. Да, зараза. Заклинание. Во-первых, здесь у меня заклинание будет первое, это свирепый укус непосредственно, да? Где он тут? Вот он. Во-вторых, укус. И хилочка. Нормально, так намного легче. Так, я тебя забью каст, потому что что-то мне не нравится, что там колдуешь. Намного легче. Тупица! Ты умудрилась пролить и свою кровь, и мою ману! Еще и Шканет виновата оказалась. Ну, ой. Ты же, блин, я понял, так происходит, когда ты кого-то убиваешь, и тебя нужно убить. Вот, и получается, с этими макросами в разы намного легче драться. Думаешь, ты умнее всех? Нет, я что-то такого даже не говорил. Так, ну мне с этого озера. Нужно вытащить некую фигню. Я, получается, и сам немножко черпаю ману из этих мест. Так что я тоже виноват много в чем. Так, Ишканет я уже убивал. Сколько за эту штуку дают? Немного, да? Три вообще дали. Так, тут кто-то дерется. Буду помогать ему. Чтобы было быстрее, потому что
затягивается. Он, конечно, 110-й. И крыса куда-то убежал. Надеюсь, он сейчас пойдет туда, вперед, нет? Он полимит и шканет. Я вот эти штуки подергаю пока. Пока нету ишканета. Чё это такое? Хрень какая. Так, 25% осталось. Пойду сдам этот квестик. Все-таки фармить, да? Ладно. Это я потом и сам все-таки сделаю. Больше он мне квестов не дает, значит, то возьму этот наркоманский квест. Элисандра заплатит за то, что изгнала нас. Очередной цветочек резнулся. Так, это у нас какое-то задание. Я его, пожалуй, выполню попозже. Один есть. Три.
как-то странно я сам себе хилю. Бывает много хилю, бывает вообще что-то фонд. Я знаю такое, от чего кровь стынет в жилах. Скажи мне, если найдешь новые источники маны. Но, похоже, выбора у нас нет. Я лишь хочу помочь, друг дракон. Что ж, бери малышей. Но если ты меня обманешь, то познаешь гнев дракона. Охотник на демонов здесь почему-то. Когда-то я был знатным эльфом, друг дракон. Я знаю, что такое честь. Пилон маны. Ну, второй квест я смогу взять, интересно. Это в разрушенном здании. Так. Думаю, этого эльфа хорошо охраняет этот Эл-Ид. Вот его нужно убить. Ну, пожалуйста. О, есть. Тебя прислал дракон? Или тот попрошайка? Как его? Рунос! Ну да ладно. Скоро в Ассуне будет править новый принц! В каких пионах идет речь, не пойму. Какие-то пилоны маны, скорее всего, какие-то зараза. Птички мне, конечно, помогали. Так, пилон маны. Пилон маны. Что они имели в виду под словом пилон маны? Вот это что ли? Конденсаторы! Ах ты дрянь! Ты даже не знаешь, с кем ты связываешься! Какая-то шапочка. Она хуже моей. Так, я вижу еще пилон маны. Не знаю, до него достану. Наверное, нет. Да, снесли. Но это, наверное, был не он.
И вот один. Теперь бы найти нашего главного врага. Судя по всему, он где-то здесь. Либо появится здесь, когда я фарману всех этих мудаков. И тут еще сундучок есть. Приходится хилиться даже, блин, надо переделать макрос так, чтобы не нужно было хилиться, если я, допустим, не, если у меня фулл хп, да? Хрень какая-то. Видимо, нам надо наверх, на этаж выше. Где-то я не тут. Да, говорят, выше нужно пройти. Хорошо, что мне не нужно всех убивать для этого. Так, что-то не то с ФПСом, да? 18 кадров. Не знаю, почему, может... Локация такая. Непонятно, как наверх забраться. Пока что. Блин, куда-то упал, видимо, не совсем туда, куда нужно. Здесь какая-то шняга. Офигеть, еще лучше.
Интересно, я отсюда теперь выбегу обратно? Потому что с боссом воевать, конечно, весело, но мне нужно выполнить квест. Блин. Не въезжаю я. Как? Написано, что он сверху. А как туда попасть наверх? Я убивал всех этих мобов и наверх не смог попасть. Как? Видимо, не через это здание. Ну, как-то же надо. Тоже ищет паладиныч. А, блин, вот подъем, блин. О, хрен, я его раньше не видел. Сэкономился я, блин, время. Перебил половину народу, да? Задолбали, прям сейчас надо, блин, мне. Он не убеж, он этот. Мертвый дождь уменьшает тебя. Я знаю, что ты макрос, но спасибо. Но нет. Я сам такие макросы писал. Ты поможешь моему дедушке? Пусть он не убит, но по крайней мере здесь его он еще не скоро появится, а без лидера звездные стражи скоро разбегутся. Шапка чуть получше, чем моя. Ну, я сейчас гляну, как она выглядит на самом деле. Кстати, выглядит очень тоже неплохо. Я как-то имею так нормально. Ладно, посмотрим, сколько. Здесь прибавка 9, а здесь прибавка в разы больше. Так что возьмем запястье.
Я рада, что ты здесь. Ты нам обязательно поможешь. Когда-то Асуна была центром магических исследований. Смотри! Они идут к пруду дедушки! Кто? А, вижу. Вот еще козлы! Срежем через горы, чтобы опередить... Не угомонились, а? Нет, нет! Они повсюду! Да, и здесь ползут. Молодцы такие скалолазы. Держись, надо спасти дедушку. Снижаемся. Пали их огнем, ты же дракон, блин. Черт, они уже здесь. У них, правда, все нубские какие-то. Кадгар. Кадгар сейчас всех зафармит сам. Сенегас древнее самых древних. Мы опоздали. Сколько бы кто ни прожил, этого всегда мало. Созерцай и мысли. Так. Тут какой-то рога бегает. Ты избавила дракона от предводителя иссохших, и теперь они явились сюда. Этого следовало ожидать. Эти твари алчут одной магии. Ладно, в общем, бла-бла-бла. Нужно фармануть. Старайся этих тварей, выжить. Да? Вариант, можно их просто начинать бить. Или подводить их, короче, к этому. Вот таким вот образом. Правда, оно тогда не особо дает мне. Да задолбали вы, честное слово. Я с них тогда не получаю опыта. Так, сколько мне там еще? Еще немножко их сохших поубивать, да? Не очень понял другой, второй квест. А, вот.
принципе, не важно. Даже если кто-то другой их воскресит, без разницы. Так, где-то здесь еще кто-то лежит. Драконы жгут тут, конечно, как боги. Жгите, драконы, жгите. В пещерке, как я понял. Один дракон нормальный, а другой ранен. Несчастный дракончик. Я его, кстати, хилю аурой своей. Спасибо тебе, друид. Пожалуйста, не благодари. Я вообще как бы должен убивать друид этих драконов, спасать принцессу, но... Как получается, так получается. Так, ладно. Значит, здесь, в принципе, вот эти вот кисти рук лучше, чем мои. Расслабляйся. Когда-то Асуна была центром магических исследований. Похоже, ты ей понравился. Кому, кому? Нашел Эмилосу. Кого я нашел? Ну ладно. Кому-то я нашел, и кто, я и кому-то понравился. Ты сможешь о ней позаботиться. Ладно. А, это какой-то я спутник. Я рада, что ты здесь. Ты нам обязательно поможешь. Да, это очень важно. Так, мне нравится это. Так. Дедушка пока справляется, но мы с Верховным Магом останемся. А ты пока разведай, что происходит в пещере. Я отвыкла от гостей. Пойду в пещеру. Я займу место, что принадлежит мне по праву. Странно, он сидит тут в мане, чухается. Я слаб, голод сильнее меня, друг мой. Теперь я понимаю, зачем драконы отдыхают в этих прудах. Я пришел предупредить тебя, но кажется, слишком поздно. Я уже слышу его снаружи. Короче, этот чувак здесь, да? Мне, во-первых, дадут этот силу артефакта, благословение синевосы. Во-вторых, какую-нибудь реликвию. В этот раз жизнь. Жизнь немножко, конечно... Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Поинтереснее, но, к сожалению, у меня запечатана эта жизнь. Я Элисандра все равно посмотрю, что там можно будет выбрать то, себе. Изгнала нас. Цент уже не ладно, не важно. Голод снаружи поглощает голову, мой разум. Вся энергия уходит на то, чтобы просто... Ага. Какая-то здоровенная хрень пришла. Да, да! Сдавайся, дракон! Эта мана теперь принадлежит ночнорожденным! Помоги, кроха. Пускай тебе Кадгар помогает. Ну ладно. Сколько у тебя хп? Миллион. Да я таких на завтрак ел бы. Пить каст. Блин, все сбить невозможно. Ладно. Помоги, кроха. А-а-а.
чё? Я понял. Он, оказывается, не сам. Новую фазу перешел, да? Неблагодари, дракончик. Мы можем помочь друг другу. Проснуть. Инстинкт выживания. Что за инстинкт выживания? Что-то я такого не помню. Вернее, что-то слышал, но не помню. Короче, полоснуть тогда. Единиц силы артефакта. Там как раз хватит на вот эту фигню день. Правда, от нее толку не сильно много, но она открывает мне вот эту способность. Зато тоже по-своему прикольно. Когда получается я в коте, выхожу из кота, кидается на меня бафчик на 100% уворотом на 5 секунд. И брони. Не знаю зачем. Возможно, это эффективно. Вот когда я вот, допустим, хоп, начинаю хилиться, и у меня 100% увороты. Не, это офигенно. Я вообще даже думаю, просто офигенно. Так, ладно. Почему-то сюда я так и не дошел. Не знаю почему. Пойду дойду, наверное. Нет, наверное, вначале спущусь вниз, так будет быстрее. Заберу здесь энергию. Возможно, как-то есть тут короткий путь. Что там с ВПСом? Так до сих пор не поднимается, да? Да, что-то вообще печально. Не пойму почему. Странно, где-то здесь. Надо макрос написать, который отвечает всем спасибо, но нет. Так, мне нужно что-то... Интересно так зайти. Найти где-то здесь вход. Потому что я так и не получил то, что хотел. Ах ты говнюк.
Формануть может его? Наверное, да. И так будет с каждым. Вот, я нашел, значит, это место. Есть. Вот, теперь, в общем-то, надо отсюда как-нибудь выбраться. Идти наверх. Так, я смотрю тут, если смотреть по дорогам, можно через этот мост выйти, да? Неплохо мне, конечно, это ДХ форманул, разнес, да, я уже думал, что и мне хана, слава богу, доты кота меня своего рода выручили, и хорошо, что, в принципе, ДХ хилится, в основном после смерти убитых врагов, от меня, мог бы отвампириться или еще что-нибудь. Я, если честно, не ожидал такого урона по себе. Так. Острова. Я ее мельком увидел. Нам бы неплохо сюда, конечно, еще сбегать. Но я вначале планировал вернуться, наверное... Сейчас я выполню квест и повернусь до Лоран. Какого-то вожака сейчас надо еще формануть. 3 миллиона хп. Толстый гад. Такой обычно, когда вдвоем нападаем на одного, тоже такой же толстый. Блин, берсека нет. Ну ладно, попробую без берсека его формануть. Хватает энергии, зараза. А такой няшный. Мне бы такого пэтика. Надеюсь, с него выпадает пэтик. Нет, с него выпадает... Ух ты. Голова получше, чем моя. Голова. А как она хоть выглядит? Наверное, одену ее. И пока я здесь бежал, я видел, где-то была трава. Где-то здесь, да. Давно, кстати, не выпадает с этих цветочков всякая нечисть, как обычно, да, с травой. Когда вот главное, я очень-очень слабый, она выпадает и, блин, дает мне неплохих по ушам, да? По голове. Когда я уже довольно-таки сильный и, в принципе, могу спокойно формануть это растение, которое выползает из него. Так как я еще и феррал, мне это легко сделать, да, котом.
Легче намного, чем с собой прыгать от этого растения дебильного. И кастовать в упор, в то время, когда он мне сбивает при этом косты. И хоп, и не выпадают. Мне, то есть не появляются эти мобы. Создаем кач. О чем дело, не пойму, а чё именно сегодня? Видимо, уже все накачались и, короче, начинают. Это, наверное, что-нибудь другое придумать, спасибо, но нет, как-то звучит не особо. Это же надо макрос написать. Вот, наверное, все уже накачались, и персонажи уже посоздавали эти, и не хватает им каких-нибудь, я не знаю, то ли друидов, то ли пихио в рейдах. И вот они начинают меня закидывать предложениями. Незнакомец, можешь мне помочь? Никто из этих глупцов не воспринимает меня всерьез. Я могу чем-нибудь помочь. Ладно, кто бы ты ни был, прошу тебя, так, ла-ла-ла. Добудь 3 части рецепта вина. Тебя в натуре никто не воспринимает всерьез. Что-то очень серьезное. Тебе нужны части какого-то вина. Ой, блин. Чтоб я еще верил кому-то. Я думал, тут надо же спасать. Ой. Спасать мир. Оказалось, мин... Офигеть. Я еще теперь и бухой. Ну, отлично, блин. Ну, ты подставляешь, отвечаю вообще. Вина, блин. Офигеть, блин. Скорость передвижения снижена, но почему-то все равно хожу. Так, ладно, что это за тело? Ну, слабенькое. А, это пояс. Блин. Мне нужен рецепт, да? Вон, вариант есть у этих забирать вино. Интересно, смогу ли я заюзать? Не. Слишком далеко. Что такое? Всех друидов уже поразбирали по другим гильдиям, что ли? Не пойму я. За шару. Блин, что-то не везет меня с рецептами. Так, это здесь какое-то есть растение. Мне придется воевать за него. Ты говно.
Ну, скотина. Тебе здесь не место. С рецептами. За шару. Да, понял, я понял. За шару. Фигня какая-то с рецептами. А, подождите. Это испорченное вино. Виноградники. Может, надо двигаться просто сюда? Может, я не то делаю? А, вот. Есть один. Что это за херантель по мне? Наносимый урон уменьшен. Офигеть, блин. Спасибо. А, закончилось, отлично. Не надо мне ничего кричать. Так, выполнил, значит, главное задание, в общем-то, получил кучу опыта, 47 косарей, да? Так уж и быть, доделай этот квест. Непонятно, кто против кого дерется, и те вроде бы плохие, ну ладно. Растения. Миллиона 500.
куча всяких невкусных вещей на мне висит. Ну ладно. Стелс мне выбили. Кстати, надо запомнить, что я могу резать погибших во время боя, получается, и... Как говорится, возможно, даже мгновенно. Возьму вот это. Да осветит твой путь, Илуна. Где-то растение лежало. Больше здесь квестов, грубо говоря, не вижу. Не знаю, может, они как-то будут по-особенному появляться. Ведь у нас... Я польщена. Призрачные распределители полетов. Но я хотел немножко не сюда, а все-таки, наверное, вернуться в Даларан. Потому что у меня там есть дать квест, так как было ранее сказано мной, что у меня нехватка мест квестовых. Пожалуй, неплохо было бы, конечно, поудалять квесты, которые дреноровские. Ну там такие классные квесты, там убить 200 орков. Как я могу такой квест удалить вообще? У меня рука не поднимется. Я же еще не убил 200 орков. Так, ладно. Значит, добавил я ему маны. Помни, терпение и дисциплина. Так, возьмем у него еще квестик. Только быстро. Серьезно? Опять Вока с шары? А ты раньше не мог об этом сказать, блин? Нет, друг, не буду я у тебя брать квест, потому что ты задолбал уже. Я пойду, конечно, гляну, что здесь. Может быть, здесь что-то интересное есть. Может, награда что-нибудь такое, типа, на 800, блин, этого Кадгар, да? Лично. Гул'дана и легион. У нас еще очень много дел. Да, короче, понятно. Тоже какая-то какой-нибудь мутняк, какая-то сюжетка. Так, мне больше интересует здесь. У меня 3 из 5 глав выполнено. А если не ошибаюсь, вот в Альшаре 7 из 7, да? Да, в Альшаре я выполнил все, у меня, значит, осталось здесь 2 штуки, наверное, не знаю. Это они и есть? Ну, скорее всего, нет. Арена. Здесь вот есть какое-то морское право. Доступно задание. И, кстати, я почти уверен, что мне туда дешевле долететь будет, чем портоваться каким-либо образом. Не то чтобы дешевле, просто что легче. Гарнизон. Так, куда мне там лететь? Наверное, или далее, аванпост, или далее, отсюда добегу до арены. Или даже, наверное, сюда вначале. Покой лазурного крыла. Приветствую. Да, к дракону полечу. До новых встреч.
Да, теперь лечу я на своем роботе. Как и я ранее говорил, случайным образом мой транспорт из избранных, да, который я добавил в избранные, могу на них летать. Врата или что это? А, я как раз туда сейчас и буду бежать. Как раз узнаю, что это такое. Кадры вроде бы до 30 доходило, но такое ощущение, как будто картинка притормаживает. Надеюсь, мне в инвентаре места хватит. Так, непонятные катаны хватит мне тут. Черт, трава, там кошаков больше, чем меня. Черт, что-то не помню этого А, я ж убивал только что вожака их. Да, я вас вспомнил, ребят. Чикотики, я не знаю, как вас тут называть. Какой-то босс или что это, элитка. Три миллиона хп, но вроде бы он не редкий, поэтому с него вряд ли будет какой-то лут хороший дроп. Да, вот врата, о которых говорилось в названии квеста. Тут я, судя по всему, ни разу не был, потому как у меня даже распорядитель не открыт. Здесь тот же самый Лидари, только Азерон в этот раз Мариус. Или кто это такой? Ладно, неважно. Слушаю. Яндеды. Терпение и дисциплина. Типа, говорит, слепым быть не так уж и страшно, а вот дураком уже беда. Ну, это он, наверное, некая шутка про Элидари, да? Это того. Сперва мы проведем разведку. Ладно. До свидания. Нужно разведать несколько вещей. Как я понял, я под стелсом, но некие вот эти вот шары меня фиксят. Кто ты? Ты паладин, да? Портал разведан. Правда, как-то было показано не совсем сюда, но ладно.
Тут еще есть некие дополнительные портали, портальчики, которые неплохо было бы уничтожить. Блин, да куда ты меня показываешь, не пойму. Так, найти. Черт! Туплю, я же стою на одном месте. Мне придется ориентироваться по местности исключительно. Исключительно тем, что есть, да, то есть не этим, а исключительно моими движениями, действиями. Если я тут, портал был здесь. Так, где мы находимся? Вернусь, чтобы примерно ориентироваться в направлении хотя бы. Так, мы находимся здесь, да? И нам нужно вот туда, что ли, учиться. Ты вожак? Нет? Не знаю, кто это, но... Крайне дебильное задание, если честно. Чувствую себя не лучше, чем на ванили. Может быть, это здесь он? Целый город, блин. Место проведения ритуала. Ладно, ну такие вещи можно, в принципе, и увидеть, допустим, с расстояния. Место проведения ритуала. Ну, это какое-то место проведения ритуала. Вот какой-то ритуал. Так, надо будет сюда прийти. Вот какой-то ритуал. Нет. Должно быть какое-то место такое. Короче, домик. Если по дороге спускаться. Должен быть домик. Так, вернусь на стартовую точку. И это у нас будет... Вот говнюки, блин. Какой-то враг, вот он. 110 или что? Я сейчас, наверное, крайне уязвимый. Так, значит, дорога, спускающаяся вниз.
должно быть, вожак должен быть справа, получается. Отвалите, блин, нафиг от меня, долбан. Может, здесь, внизу? Кстати, я сюда вниз же так и не спустился. Командир найден, отлично. Ой, слабенький, 2 200 000. Конечно, с учетом того, что его бьют трое, двое или трое, 3 000 000, это даже для меня не очень много. А теперь место ритуала с другой стороны от... портала, да? Где-то здесь, что ли? Да, вот какой-то стрёмный ритуал. Да, есть, отлично. А, по идее, можно просто вернуться, да, получается, вот так вот. И что теперь? Установить 4 модифицированных портала. Кристалла, вернее, портала. Да хранит тебя. Это будет некая, даже я сказал бы, диверсия, что ли. Наши фармят как боги просто. Так, что я тут могу видеть, не пойму я. А, это какой-то гуманоид был, да? И тут еще был квест. Зараза. Привет. Да победи, Сильвана. Я пожертвовал всем. А какова была твоя плата? Так, да, победить Сильвана, да. Угу. Главное больше. Перебейте демона у врат. Смерть легиону. И убейте, я так понял, его главаря, да? Главное было, нужно было убить. Очень хитрый и злобный, противник. Сейчас я посмотрю, насколько он хитрый. Он сейчас как схитрит. Не недооценивая его, точно не стоит, короче, поэтому... Если короче, суждено, ко мне на поле умри боя с честью. Служение! Блин. Ждать респа. Фига его тут 5 300 000. Сколько тут людей его било? Да что такое? Все время мне.
какие-то персонажи. Ладно, буду фармить мобиков пока. Мне-то, в принципе, нужно их фармануть всего десяточек. Ресет. Слишком далеко. Поближе. Так, уже бьют, уже почти убили. Слишком далеко. Ха-ха-ха. На халяву пришел. Слишком а как так? Где ты взял телохранителя? Как ты его вызвал? Слушайте, наверное, где-то я туплю. Можно было вызвать вот этого телохранителя, скорее всего, какой-нибудь кнопкой, блин, или еще чем-нибудь. Так, порождение хаоса тоже нужно. Ну, неохота мне драться с двумя, если честно. Сколько тут еще осталось? Еще два. О, отлично. Нужно подойти по... Есть. Мы последняя преграда на пути легиона. Главное, вот больше. Град с меня с левелом. И теперь какой-нибудь палец надо выбрать себе. Так, какой же палец мне выбрать? Или шею? 745. Ну, однозначно палец, наверное, потому что шея... У меня не сильно хуже. А вот здесь вот реально бы неплохо заменить вот этот палец. Так, подождите. Да, неплохо бы выбрать. Скорость типических ударов. Не склоняйся перед мощью легиона. Какой-то диалог. И они куда-то поулетали, да? Или нет?
А, ну тут как бы, наверное, все уже. Я тут уже выполнил все квесты. Теперь мне нужно... Или не все? Ну, она не считалась, да, получается. Полечу сюда, аванпост или Дари. Азерот должен выстоять. Не склоняйся. Пора бы мне тут продаться немножко. Мне тут уже набралось немножко ресурсов. Блин, а я был в этом и не взял это задание. Надо было в Долоране его отнести, а я же был в Долоране. Блин, все забываю, честное слово, такой бред. С головы все вылетает. Дыка Иридан направляет нас. Не склоняйся перед мощью Легиона. Я не склонюсь никогда. Верховный друид не склоняется перед Легионом. Так. Как бы туда попасть, может быть, спрыгнуть? Блин, из этого пинга немножко не успел. Ну ладно, неважно. У меня есть стилочки. Что тревожит тебя? Черт, я тут наверху забыл сундучок забрать. Кто обращается ко мне? Осторожнее на ледяных просторах. Пусть твои сети всегда полнятся уловом. Приветствую тебя! Привет. Ну это квест на арену, да, был, если не ошибаюсь? Или как? О, ну хоть здесь сундучок есть. Что это было? Фигня всякая, да? Мне тут надо с кем-то поговорить. С тобой? Что тревожит тебя? А, ночной эльф. Ну тогда это какая-то арена. Мне тут уже угрожают, что с меня сделают отбивную. Возвращайся. Говорят, пошел вон, ты не будешь никогда. Ха-ха-ха. Черт, я что-то прозевал все. Ладно.
Значит, я тут с ним разговаривал. Они мне говорят, вот тут ты ошибаешься. Что это все значит? Видишь, этот клинок, я его... Сам рукоять, засуну тебе его в... И тут, погоди, что? Тебя предупреждали, с гладиаторами противников никаких разговоров. Хватит языком молоть, скоро твоя схватка. Я тебя достану... То есть он мне говорит, что он меня достанет. Пусть это и будет последнее, что я сделаю. В общем, теперь он мой враг. Ладно. Я слушаю тебя. Сбежавший гладиатор, да? Ты уже нажил себе врагов. Да я уже понял. Говорит, это нам на руку. Не мерзни. Так. Самый простой способ тереться к великанам, это хорошенько развлечь их достойным выступлением на арене. И надо мне фармануть какую-то тупую обезьяну. Я не против. Можно еще организовать какую-то диверсию. Короче, раздобыть тайницы великанам. Диверсия. Слушай, что ты продаешь? Фигню всякую, да? Однозначно диверсия, наверное, не здесь происходит. Опять же, таки где-то там. Ага! Нет! Черт, он мне не даст это сделать. А как? В следующий раз я тебе... Блин, 11 миллионов. Ну ладно, я тебя не убью, но очень буду хотеть этого сделать. Черт, где тут сохраниться? Да клянусь, это не я. Внимаю тебе. Не мерз. Очень похоже ваше оружие для великанов на оружие для этих, как их называют, соратников. О, тут Мочилова полным ходом идет. Я не могу атаковать эту цель. Мы легко тебя победили, ха-ха. Ну. Давай поговорим. Палец. Почему бы и нет, неплохой такой. Аксессуар нет, лучше палец. Ух ты, повезло. Мне выпал редкий палец. Так, а поскольку ты победил, ну да, я его легко победил. А команде это возьмется... Свободное место, рекомендую вступить в команду.
Хорошо, я буду новым командным. Такой именно хитрый план внедрения. Я, короче, агент под прикрытием буду. Маленький, вообще могу, ага, ты... Мне понравилось, как ты сражался с килотом. Забери бойцовскую жратву, да? Кибура. Фига, блин, 1 100 000 хп восстанавливает. А сколько моя жратва восстанавливает? Вообще столько не восстанавливает, сколько бойцовская жратва, блин. Скорость исполнения здоровья вне боя повышается на 1000% на час. Охренеть, хочу. Принять. Кого за этот рецепт убить и как его сделать? Блин, 1000% это грубо говоря, вообще можно не хилиться, даже той же самым савуном, да, бегаешь такой, не хилишься нифига. Зачем тебе хилиться? Спасибо. Это было легко. А что же говно? А. Какой-то сюжет. А, все мои гладиаторы повержены. Стало быть, твой выход. А вот выходи на арену. Сейчас я гляну, как эту хавку готовить. Смогу ли я вообще ее такую готовить? Я немножко знаю там рецептиков. Из тавриды делается и крупные оливки. Пока что ни того, ни другого мне нету. Давай. Какой-то мудак убил моего босса. Давай еще раз. Ладно. Так, он уже кричит, давно уже пора. Бла-бла-бла, иди сюда, мы уже покончим с этим. Это не ты. Вообще-то я не с тобой собирался драться, ну ладно, раз ты здесь. Это же говнюк. А ты крепкий. Кстати, он меня уже покормил. Вне боя на 400% увеличено.
проиграешь, да, говорит? Какой-то маг. Нужно подойти. Нет, надо потом почитать, что они кричали. Это тебя мне надо формануть. Странно, что я не могу к нему прыгнуть. А. Ой, блин, не то. Ладно, пофиг. Теперь все кому формат. Не достают. Нормально меня сносит, нормально. Так, что там он говорил изначально, я уже забыл. Посадит меня на крючок вместо наживки. Короче, ладно, фигня всякая. Мне сюда нужно идти, да? Я дрался, что ли, за какого-то друга своего, что-то не еду. Вернее, чтобы его освободить. Шапка гладиатора. И плечи. Ну, лучше плечи, а то у меня такие чмошные плечи. Нормально, дополнительная удача. Как я уже понял, эти плечи не лучше. Короче, нужно освободить пленников. Написано, что лучше, чтобы не заметили меня великаны. Чем могу быть полезен? Ханту пофиг, он просто берет всех, убивает. Привет. Так, бочонок. Знаешь про Вуду?
Чего смотришь? Так. Вот, он редкий получается. ХП у него, конечно, очень много. Но попробую фармануть его. Ну что это за тычка? Слишком далеко. Ух ты, говнюк, а. Бля! Ого. Отлично, парни. Вооружайтесь, ребята, идите в бой. А ты случаем не великан? Придется бухнуть. Так, что с этими бочками еще раз? Исчезни через год. Офигеть, блин. Не буду больше их собирать. Слишком.
Пивка не хочешь? А, блин, что-то не хочется мне элитников фармить, если честно. Что-то пинг в интернете поднялся. Эй, ты! Стоять! Вот там! Ступай с честью! Слушаю тебя. Принцип пора на покой. Сколько у него хп? 6 300 000. Ну, в принципе, ладно, я с тобой полностью согласен. Дашь мне за это шею, да? Ничего так, шею или пояс. Ну, пояс у меня лучше, значит, шею выберу. Удачной охоты. А, то есть вы мне поможете, да? А, монах поможет мне. Ой, монах, что-то ты не очень, ну ладно. Процентов. Внимаю тебе. Пусть твои сети всегда полнятся уловом. Борьба с великанами. Но я еще не закончил. Чего вы сразу как-то... У меня, конечно, квесты здесь почти закончились. Надо освободить еще нескольких людей. Мне уже засчитали, что этот великий боец с великанами прям.
Так, еще 40. У меня нет цели. Да блин! Ладно, буду бежать с этим чуваком. Фармить мобов. Или нет, или ладно, сам не когда достаю. Фарманул. Не понимаю, зачем мне группа с тобой, ну ладно. Тут можно, в принципе, без группы обойтись. Черт, а что за херня качается, не пойму. Что, завис, что ли? Не похоже. А, он от него заэльфстелсился, да? Так, ну мне осталось одного фармануть или... Все. Спать я выйду, к тому же у меня... Либо из-за пинга, либо непонятно и почему. Но залагала эта хрень. Так, у меня, кстати, выполнено... Написано, что выполнено 4 из 5 глав. Ну вот, слишком долго уже длится видео, так что... Последнюю главу я закончу позже. Так, я гляну сейчас, кого тут можно будет убить. Не убивал ли я его уже? По всему не убивал. Злой. 104-й, но, блин, Элидари, конечно, злые. 104-й левел. И, грубо говоря, конечно, лучше бы на демона сходить. Чтобы как-то постепенно вниз опускаться. Ладно, все это сделаю в следующей серии. Пока что. Всем пока.